OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Наші ребята там разят гадину фашистську. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Твой первый бой, твое первое боевое задание. Кременное направление, населенный пункт Терны. Там участок такой назывался «Щука». Надо было заехать туда, как на параде. Впереди шла Т-80, на ней была установка «Гром М» рэп за 4 миллиона. Сзади шли три БМПшки, то бишь с нашим отделением по 7 человек на каждую БМПшку. Вот, в итоге... 4 единицы и 21 солдат. Да. Так. Должны были залететь. Нахрапом нас спешиться, занять позиции, закрепиться. Ну, в итоге никто не доехал. Ничего удивительного, что первым, самым первым, соответственно, выбили из строя. Это танк Т-80 с этим легендарным Громом М за 4 миллиона. Гром М — это что? Это рэп? Рэп, да. Чем выбили? Обычным камикадзе. То есть здесь предназначен защищать от FPV-шек, короче, может, его не включили. Может, забыли просто зарядить его. Экономия электричества там. Так. Ну и какая дата это была? Март, апрель, начало апреля. Начало апреля. Там 5 или 7 апреля. Понятно. Ну, в итоге получили мы люлей. Так, взрывается Т-80. Соответственно, механиков водителей вот этих БМПшек уже нету, мы продолжаем движение. А, в них движение. Тоже попадают? Нет, они просто убежали. А, они повыпрыгивали? Повыпрыгивали и бегут. Мы продолжаем движение, но мы-то не знали еще, что их нету. То есть, БЭХа едет, а уже водилы нету? А водила нету, да. А так можно было? Получается, что да. И, я так понимаю, аварии же? Все будешь должны бежать? Нет, мы ехали-ехали, соответственно, и у нас камикадзе попал. И не только у нас. Ну, получили люлей, грубо Сколько говоря. Сколько техники было уничтожено? Все четыре. Все четыре единицы. Сколько людей? 200-300? 200 на тот момент никого не было. Почти половина 300. Кто руку сломал, у кого осколки. Угу. Плохо. Так. Вы спешиваетесь. Бежим в лес. Соответственно, ждем утра и откатываемся. Помогаем грузить других 300-х, потому что мы там не одни были. Грузить на что? На бэхе. Ну, за вами приехали иваки? Да. Ну, не за нами, приехали за 300-ми, а мы пешим просто оттуда ушли потом. Так. Вот мое первое боевое, так называемое, задание так. было. Так. Подведение итогов было какое-то? Разбор ошибок? Не было. Просто сказали, в следующий раз пойдем пешком. А, техники больше нет, в следующий раз идете на ноге, да? Так. Хотя предлагали изначально, потому что многие понимали то, что, ну... на технике заехать это проблематично. Тем более, когда все везде прострелено, просто отправляют тупо на мясной штурм. Так, то есть можно сказать, что твой первый штурм был мясной? Ну, это вот... Не можно сказать, а он и был мясной. Просто так. Отправили как на мясо. Так. Второй твой штурм. Командование Сватовская. Какие-то выводы сделало из этого? Что, сделал выводы, то, что надо, ребят, не хватает, надо вести на ротацию, дополнение, привезли нас в Белоуск, тут решили все-таки с нами немного позаниматься тактикой, так. позанимались тактикой. Перебью, извини, сколько в итоге из вот, 21 человек плюс танкисты, ну, экипажи, пехоты, да. экипажи, то есть ну, человек 30, сколько осталось в БГ? 10, 11 человек. То есть 2/3 эвагу воспитали? Угу. Что вы между собой разговаривали? Выжившие, ну, скажем так, пережившие. Ну, о чем мы могли сказать? Сказать то, что это жопа. Кто-то пытался порвать контракт, их сразу за 500-ли. Сказали то, что они не выполнили приказ и отправили. Подробнее в этом месте. То, что, ну, когда они попытались подойти к начальству, сказать то, что у нас по контракту прописан испытательный срок 3 месяца, давайте прерываем контракт, мы поехали обратно сидеть, не надо нам такого. Угу. Их за 500-ли, ну, за 500-ли сказали то, что они не выполнили приказ, отправили в Зайцево.
А Зайцеву их уже отдали, я не знаю, там в 25-ю или куда там отдают. Ну, на самом передок, короче, где последний штрафбаты. Штрафбаты, да. Где а ты в каком подразделении был? Изначально меня прикомандировали к воинской части 32-010, 13-й танковый полк, 4-я Кантемировская бригада 1-й танковой армии. Кантемировская наша, подмосковная. Нарфамирск. 1-я, да, да, понятно, они там и стоят. Вот, ну, с оговоркой «Шторм В». Ну, понятно. Ворота. Хорошо, сколько человек пробовало отказаться спрыгнуть? На моем примере двоих, но их потом раскрутили, отправили в Луганск, сказали, что их ждет там следователь. Ну, по сути, сейчас им дезорганизацию какую-то пытаются накрутить. Угу. Это боксер и царь. Остальные что говорили между собой? А остальные хотели как-то затрехлотиться, поехать в госпиталь. Угу. Ну, соответственно, как это сделать, когда за тобой еще постоянно наблюдают? OMTV.ua про головне. Там и в Сирии было, скажем так, непросто. Но сейчас война в Сирии воспринимается как детская прогулка, скажем так. Там у нас было преимущество в воздухе подавляющее, преимущество в артиллерии, преимущество в разведке. А здесь противник силен и коварен, как говорят. Да, не идиот, но мудак. Противник коварен, украинцы коварны в Украине, потому что отстреливают российских оккупантов, кто бы мог подумать. Но все прям по мётому дозвону, который говорил, мы бровь поднимем, и теперь вот они свою бровь подавают, ездят это по Ростовской области с такими смелыми лицами, как будто война вот такая вот, она все чистенькие, практически как на параде, а война немножечко ведется по-другому. И поэтому здесь всю мощь наших вооруженных сил приходится применять, чтобы побеждать. Ну, война в Чечне, ну, там, Северный Кавказ, это контртеррористическое, противопартизанские действия, они совсем другие. Меня огорчает, когда некоторым дома начинает казаться, что уже все, враг повержен, бежит. Воевать им нечем, ничего у них нет. Вот я когда езжу, вижу совершенно другую картину. Особо забавно, что эти трели выдвигал в первую очередь Помет. О том, что вот еще немного, ну да, та же поднятая бровь, об этом мы уже сказали. А оказывается, они побеждают. Так а где вы побеждаете? Расскажите об этом. То есть целый генерал... лейтенант рассказывает о том, что он победил, но как-то не очень, но вот правда. И даже мудозвон говорит о том, что все сложно. Враг серьезный, укомплектованность у них высокая, техника есть, снаряды подвезли, технические новшества тоже поступают регулярно. Со всего мира, со всех стран НАТО. Так что расслабляться точно рано. Я могу это все только подтвердить. Расслабляться вообще не надо. В Белгородской санитарной зоне не расслабляются. В Курской, в Воронежской тоже. И это здорово. Только здорово, конечно, что вы там не расслабляетесь. Но чтобы не было такого, как есть сейчас, нужно прекращать войну. И это очевидно. А что там нам целый командир корпуса рассказывают, что у нас все очень хорошее, да, новая военная техника, военные решения. То есть Помет спорит с Пометом, но только один Помет в звании генерал-лейтенант. Ну и в неуставной форме. А генерал, я смотрю, ты не любишь кителек, да, российского солдата. Потому что кителек Г, да? Потому что, вот из трофейного оружия, которое было в корпусе, начиная там американские автоматы, пулеметы, польские автоматы, болгарский даже ПКМ попался, там различные гранатометы, артиллерию все мы видим, вся натовская, любая натовская артиллерия, вся она есть, средства разведки все есть. И сложности в войне-то еще в том, что с той стороны воюют такие же славяне, как и мы.
новые пополнения уже ощущаются, которые стали набирать украинцы? Помет команда Владимира Путина, то есть информационные войска, они все пытаются рассказать, что они воюют с НАТО, и вот у них там есть какой-то типа фетиш, что вот попали по той машине западного производства или еще что-то. Ну, тем самым подсказывают и подкресливают, подчеркивают, что, ну, то есть спалить Т-90, ну, это настолько обыденность, хотя это сложно, но тем не менее, что это никого не заводит. А вот если попали по Бредлі, то визжат просто как поросята. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.